Всероссийской горячей линии по профилактике клещевого энцефалита работает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области. С 1 по 15 мая специалисты ждут звонки по телефонам 432-29-55, выходные и праздничные дни по телефонам 8-902-303-78-77 и 8-909-294-59-98. Сотрудники Роспотребнадзора расскажут все о том, как не пострадать от укуса кровососущих, что делать, если вы обнаружили клеща и нужно ли прививаться от энцефалита. А пока ценные советы в нашей видеоподборке.